всем времени суток. Здравствуйте, друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня у меня на обзоре будет палочка, которая у меня уже месяца три, наверное. Вы ее видели со мной на Малой реке, видели на Кипре. Правда, пока еще не видели на Днепре. Вот. Но она там была. И в планах, вот у меня просили про Zetrix рассказать, да. Скорее всего, в ближайшее время попаду на воду, погоняю его. Хозяин дал добро срезать бирочки с него, вот, и потестить. Поэтому обзорчик будет. Скажу больше, пришли ко мне тут некоторые цацки, такие, которые я вам сейчас покажу, вы обалдеете. Вот. Много чего интересного есть. Вот силикон у меня новый есть, весьма-весьма бюджетный. Короче, рассказать есть о чем, но не об этом. Видео. Так, немножко планами поделился. Итак, фаворитовский Неоспирит. Кстати говоря, звук этот идет, это не от камеры, у меня вентилятор работает. Очень жарко. Значит, 2,16 метра, 5,21 грамм. Тест 10-16 либров. Значит, покупалась палка, ну, не конкретно, как бы, она покупалась под Малую реку. Такой, ну, что ли, универсальчик, чтобы можно было, если что, не упористый воблерок твичкануть. И колебалочки, ну, знаете мою любовь, да, вот, там, вертушечки, вот под это дело она покупала. Значит, грязная после Кипра, ладно, потом, ну, какая есть, зато боевое положение. Значит, вот такая вот ручечка. Не скажу, что это копия, но это уже, как бы, подражание одному из законодателей мод вот в таком плане дизайна, это Тикту. Скажу больше, вот здесь вот и на верхней гайке, ну, камера, ну, если покажет, то покажет. Вот сейчас я вам попробую показать. Здесь как бы выполнено тиснение, да. Ну, мне тяжело судить, что она там показывает. Есть макросъемка, нету фаворита. Ну, то есть написано фаворит. Сейчас я, господи, кто мне тут порядок навел? Ну, значок фаворита, его фирменный, все это вытеснено. В общем, дизайн весьма приличный. Вот так выглядит заглушечка Badcap. Вот такой вот неброско, но выделяющийся декол. Вот здесь вот хук-кипер, хотя я не сторонник его. Противозахлестные. Отличные колечки. Ну, естественно, здесь тоже все противозахлестное. Итак, немножко про палочку. Специально не бросался сразу снимать обзор. Хотелось больше ей половить. Немножечко понять, как она вообще себя ведет на воде. Вот по строю это, конечно, фаст. Тут даже разговоров быть не может. Вот. С жигом прекрасно дружит. 5 плюс приманка, я бы так сказал. Вот с этого момента начинается полный комфорт. Вот, то есть пробовал я и 4 грамма, и 3, но приманка была большая. И общий вес, как бы, он был, ну, в пределах теста, да, то есть начинался от 5. Позволяет немножко перегружать эту палочку, имеется в виду джигом, да, то есть приманочка, которая в общей сложности больше того указанного теста, который на ней. То есть она терпит небольшой перегруз. Вот. То есть, условно говоря, ну, не 21 грамм, а грамм 25 не постоянно. Но когда тебе нужно, можно пульнуть. Я пулял немножко и больше, но вам я этого делать рекомендую. Не рекомендую. Значит, по сборке никаких нареканий нет, все отлично. Ну, я бы даже сказал так. Вот если бы я даже хотел к чему-то придраться, да? Я бы не придрался, потому что придраться не к чему. Немножко длинный конус, я имею в виду не тот старый, да, концепция новая, вот, но немножко длинный. Я как бы немножко по-другому ставлю колечки, но это опять, это дело вкуса каждого билдера. Не могу не похвастаться, вот закончил-то палочку. Алекс, ну, фотка не передает, не знаю как. Покажет, нет, камера, вот мне тяжело судить. Вот такой вот дизайн.
Вот, сделал я специально для своего друга из Америки, Алекса Дашевского. На следующей недельке палочка поедет в Америку. Вот, где, ну, как у нас говорят, Америка Голибабы, да? Шутка юмора, конечно, такой. Хотите, расскажу про нее, потому что я таких палок и у меня было, пересобирал не меньше 20. То есть инструмент зачетный. Алекс, это специально для вас. Ладно, не прошу прощения, немножко отвлекся. Итак, палка терпит небольшой перегруз. Я не скажу, что, как бы, допустим, на 25 граммах она же там взлетает, как бы, если ты бросил метров на 50, на 40 и там резкий подрыв делаешь. Не скажу, что можно рудру твичнуть или там балисонга, но сотые воблера, можно с ними работать вполне, ну, нормально, я бы так сказал, особенно если они не упористые. Даже кальмарчика мне удалось подержать на этой палке, отрабатывает она на ура. Вот так вот она, как бы, ну, она уже чувствуется, да, что бланк будет работать, на рыбе вязать будет прекрасно. То есть, условно говоря, вот по истечении этих 3 месяцев, которые эта палочка у меня, в разных боевых условиях я ее погонял. Ну, видео намелькало, конечно, вы можете посмотреть самостоятельно. Кстати, вот не взвешивал, но я специально, я сначала хочу порыбачить палкой, сделать свое мнение, а потом уже все остальное заниматься. Сейчас скажу вам, сколько она весит, потому что многие могут спросить. Так. Фактически вес, еще разочек, контрольный, так сказать, поцелуй, 117 грамм. Много это или мало, я вам скажу так, тут все зависит от баланса. Здесь не очень короткая ручка и не очень длинная. Вот смотрите, под мою клешню, у меня 1,86 м ростов, если здесь вот лапка катушки, то относительно комфортно, ну, скажем так, делать анимацию рукой, когда джигуешь, и без всяких проблем можно твичить. Вот. Катушечка здесь ставилась Shimano. А что же я ставил, кроме Страдика? А, этот Shimano Страдик ставился без всяких проблем. То есть легко, так, хороший баланс. И ставил я еще Ryobi Exia. Ryobi Exia потяжелее, чем Страдик, да? Но не сказал бы я, что это настолько критично. Попробовал 240, там, сколько-то грамм. Вот, кстати, я все забываю снять обзорчик на дайвочку, которая кобелась. Но будет, будет, ребята, все будет. Вот как-нибудь соберусь, брошу все и начну снимать видео. Вот, вот с ней тоже очень даже неплохо. Может быть, в ближайшее время вы опять ее увидите на воде. Вот, я не собираюсь, как бы, ее ставить в угол, хоть она и очень бюджетная, точно не помню, в районе там 50 евро, то есть 1500 она, по-моему, в Украине стоила, ну, когда я ее покупал. Не думаю, что она подорожала за это время. Ну, в принципе, вот как бы, вот как бюджетный инструмент, весьма и весьма недурственно. В своем, повторюсь, тестовом диапазоне палка отлично. Вот по калибру, скажу так, вот бросал с 5 грамм, 5, 7, 10 вообще летит черти куда. 15 это даже не надо быстрый такой заброс. 15 грамм уже нагружает этот самый бланк, и бланк сам выплевывает колебалочку, и она летит. То есть не знаю, как вот, если для кого 1500 это, ну, как бы, бюджет, вот, то вот в бюджетном варианте с таким вот дизайном, похожим на Тикта, весьма и весьма недурственная палочка. Вот, пожалуй, наверное, все, что я хотел сказать. То есть ставлю плюс однозначно, не стыдно будет ни за одно слово, которое я произнес по поводу этой палки. Вот. В планах еще несколько видео на рыбалке езжу, но пока не выставляю, потому что, короче, 10-го уезжаю, не этого месяца, следующего, совсем чуть-чуть. Пока вот такая идет запара, ухожу в отпуск, может быть, видео будут выходить не часто, не так, как вот сейчас, может, реже, да, но, надеюсь, они будут немножко интереснее. На этом все, спасибо большое, если вам это было интересно, если вам нужен обзор на 9000-ник MHX SG 9000
два. Вот. Пожалуйста, скажите, я как бы этой палкой ловил много раз, и у меня была, расскажу все, что знаю. Правда, не помню, может, у меня уже есть. Вот, не знаю, проверю. Спасибо всем, всем мира, добра, до новых встреч.